были наверху, то есть они обращены были одной стороной кверху, то это вполне естественно и понятно. Верхняя часть должна быть сплошной, ровной, так же, как и те части, которые сейчас там наверху. Обратите внимание. Вот эта скала, одна из них. Вот эта скала, одна из них. Если предположите, что она просто вертикально стояла когда-то, а сейчас упала на 90 градусов, вот эта часть получается ее та поверхностная сторона, и она идеально ровная. Посмотри эту скалу, сними вот эту. Вот ее сними, она идеально ровная. Сними ее и вот так отведи вот в сторону. И вот сюда иди со мной. Покажи, что они... она откололась от той верхней части. Я хочу, чтобы вы еще на кое-что обратили внимание. Разломы между кусками скал. Обратите внимание, какая глубокая борозда, которая явно неестественного происхождения. Такое ощущение, что эти огромные глыбы камней кто-то в свое время очень правильно вырезал. И вот там такая же полоса. Обратите внимание. Вот эта борозда неестественного происхождения. Но это более древняя борозда. Таким образом, эти огромные каменные плиты сложили вместе для создания как чего-то большого, ровного, на высшей поверхности. Для того, чтобы там была какая-то ровная, идеально покрытая вот такая площадка. Для чего? Возможно, для посадки какого-то космического корабля. Например, шаттла. Но это было намного раньше, намного древнее, чем эти наскальные рисунки, которые мы видим здесь. Мы можем пойти дальше.